нам привезли горбыль. Видите, какой хороший. Вот тут и доски всякие есть. Все, что не нужно. На лесопилке нам все нужно будет. Толя, а вот этот-то надо будет убрать с дороги. А то это... Это пихтовые на прожилину в ограду. Не в ограду, а на ограду. Вот еще их надо разобрать, из какого дерева. Видите, сколько всего хорошего. Сколько добра мы купили. Сколько добра мы купили, говорю. Ну, а они добавили в тележку-то, да? А? Ты видел? Вот таких. Ну, докидали все равно, да? Ну вот. Мужику привезли работу. В деревне делать нечего, так ему работу привезли. Ну-ну, там забор надо доделывать. И как раз. Слушай, а вот эти какие большие толстые. У-у-у, куда они? Смотри, какие толстые. Вообще по полчурки. Ну не по половине, но по третьей части. Отличные дрова. О-о-о, вот повезло, так повезло. Готовые. О, представляете? Это же какое счастье. Приехала к нам. Отхода будет отличный забор. Видел, что? По 75, слышишь? Какая типа. Радость. Я кусок ткани себе куплю, радуюсь так же. Там мужик деревяшки привез, радуется. У кого какая радость? У каждого своя. Вот она, наша черемуха. Красавица. Вот я подальше специально отхожу, чтобы показать, какая это была, ну не была, а какая есть эта куча. В этом году она стоит 3000, а вот в прошлом году было 2500. Но Толя говорит, все равно это недорого. Тем более тут столько много пойдет на ремонтные работы разные. Что специально лес мы не берем. Ой, какой кусок хороший. Вот этот. Посмотри, какой квадратный. Смотри. Прелесть. Правда, и вот. Вот, видите, какие квадратные лежат. Хорошие. Доски. Вот, елки-палки. Тут на дрова-то нечего брать, получается. Ну, конечно, и на дрова хватит. Хвостики
общем, хозяин рад, что купил. А хозяйка тем более.